Каков будет результат выполнения данного кода? Давайте проверим. Он сразу выводит нам 0, 1, 2, 3, 4. У нас здесь используется переменная let, не var, поэтому переменная i имеет скоп внутри блока кода. То бишь setTimeout использует переменную i и не имеет никаких проблем с этим. Выводится в консоль, соответственно, 0, 1, 2, 3, 4 с определенным интервалом, указанным в setTimeout.